Хеллоу, друзья, с вами Стефро, и сегодня я покажу вам Star Wars Modern Minecraft Expedition. После установки данного в нашем мире появляются некоторые вещи из знаменитого фильма Star Wars. И что ж, во-первых, у нас появляется такой желтый совой меч, и при нажатии на блок он у нас пропадает. То есть он у нас закрывается, как и в стоящем фильме про Звездных войн. Что ж, давайте посмотрим на третьего лица. А третьего лица выглядит это просто шикарно, сказать нечего, мод шикарный и очень классный. Также зеленый меч, что ж, давайте испробуем, как он работает. Так, видите, когда мы его бьем об моба, моб поджигается и начинает у нас бегать. Но, к сожалению, меч довольно слабый, так как он убивает с нескольких ударов, да, к сожалению, это так. Вот, как я сказал, есть зеленый меч, есть вот такой, к примеру, красный супер меч. Его тело очень сильное, и сейчас вам покажу, когда вы бьете моба, ваш моб просто-напросто взорвется и получит довольно сильный урон. Так, ух ты, смотрите, какая у нас редкость, это моя лодка, которая была с обзора Майнкрафта 0.14.0 Build 4, когда был этот баг. Также синий меч, он ничем не отличается, и также после того, как вы взяли этот меч, у вас появляются определенные эффекты, к примеру, подводное дыхание, также специальные топорики, которых вы можете быстро убить моба. Что ж, возьмем такой топорик, как видите, наш моб поджигается. И если возьмете такой суперский топорик, то возникает молния, и второй стукается, происходит очень довольно большой взрыв. Поэтому я не рекомендую вам использовать этот топорик только тогда, когда у вас будет свободное место. Так, сейчас я хотел заспамить Дарта Вейдера, но у меня это, к сожалению, не получилось. Так, давайте включим сложность и повторим нашу попытку. Так, берем его в руки, и как видите, у нас появился настоящий Дарт Вейдер. ХП у него будет довольно много, и, к сожалению, сейчас мы слышим звуки сан-зомби, потому что это всего лишь замененный сан-зомби. Но все же мод прикольный, и он просто очень классный. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.